Такое украшенье надо бы щенку на шею, я его сейчас же приведу. А куда уводят наши? Может, там совсем не страшно, может, там игрушки и еда. Мне сказал какой-то дядя, сквозь очки в бумажку глядя, что на завтра нас возьмут туда. Посмотри, какая прелесть, вот оркестр играет фрелест, и отчего так много здесь людей? Мама, ну скажи мне, мама, кто тут вырыл эту яму, и зачем нас ставят ли? Что ты плачешь, ты едешь, их язык похож на идиш, но отчего все пьяные с утра? Мама, может быть, войну играют, расхлопушками стреляют? Мама, это вовсе не игра. Мама, отчего ты плачешь, мама, отчего ты плачешь?